Так, на днях проверили автомобилистов Лазаревского района. Прямо на федеральной трассе сотрудники ГИБДД останавливали машины, приставы интересовались у водителей о задолженности и сверялись с данными собственной базы. Особенно сейчас акцентируется внимание на взыскание фискальных платежей. То есть это налоги, штрафы, госпошлина. В общем, все направлено на пополнение бюджета. Это неоднократные у нас рейдовые мероприятия. То есть, да, как бы уже показывает практика, что люди более бдительно относятся к погашению своей задолженности. Кроме этих рейдовых мероприятий, мы принимаем меры принудительного характера, такие как ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, арест расчетных счетов, регистрационные аресты транспортных средств, недвижимого имущества. Отмечу, на исполнительном производстве у лазаревских судебных приставов на сегодняшний день находится более 6500 дел на сумму более 19 миллионов рублей. С начала года уже окончено более 1500 дел на сумму около 20 тысяч рублей. Взыскано 15 233 рубля.